Лена, как слышно? Слушай, твой одноглазый чокнутый пациент говорил правду. Выход действительно существует. Кайл, номер один, вдруг Вали забрала его. Боюсь, тебе придется все пояснить сам. Лена! Слушай, я из Харана. Я пришел сюда, потому что слышал, что у местных иммунитет к вирусу. О! И кто тебе это сказал? К сожалению, этот человек уже мертв. Можешь тем же успехом спросить его. Почему никто не хочет мне помочь? Это секта, ей руководит женщина, которую они называют матерью. Корябают везде свои символы, проводят дурацкие ритуалы. Думаю, они ей даже молятся. Я ищу что-нибудь, что поможет спасти моих друзей. Если у вас есть что-то... Мы показали путь и знамения, мистер Крейн. Теперь все зависит от тебя и твоей веры. Новый мир. Жми газ, чтобы выжить. Разгадай тайну. Не сходи с пути, чужак, ибо ты еще в самом его начале.